От души. От души. Зря Спок сказал. Он может за аккаунт забанить или что-то такое. Не, Афер не забанит. Ну ладно. Не, ну типа за, знаешь, за фейк аккаунт, типа. Не. Ну ладно. ТП-1, ребят. Ну чё, на кого Спак? Да хуй его знает, не знаю. ТП один, ребята, на Кольте, на Кольте. Шанс есть у всех. Но если Эйл сможет играть, как он может играть, тогда он... Один на арбалет пошел, дамаженный. Просто убить... Трое Кольт, нормально. Трое Кольт. Я пели. Блин, вообще что-то тяжелое вел. С таким пингом играть, конечно. Да, я о том придумывал, что ему тяжело. На самом деле... Почему? Ну потому что, блядь. Потому что он только что сказал, что он дохуя еще знает, блядь, нихуя не скажет. Поэтому... Один дрочит в ТП, ребят. Эйвел, он... Ну как бы все время, когда они играли нормально, он с таким пингом играл. Там, ну как бы не с таким, не с то, но там 90 в основном его пинг был. Потому что он из Казахстана же в основном играл. Это из Питера он с меньшим пингом играл. Если Афер разозлится, он может разъебать. Второй аккаунт иметь можно. Его нельзя иметь в случае, если тогда банили на основном, а ты снова опять зашел. Я варп горел. Так ты хоть 20 аккаунтов можешь, никого не убил. А, по-моему, аккаунт не забанили. Ну, второй, ну, там... Его банили второй аккаунт, потому забрал в центре. Его основной был в этот момент забанил. И я-то считал, с хапсом забанил. Нет, ну, да, там вроде как ранг сняли или что-то такое, типа дисквалификация. Ну, короче, смотри, как правило. Обход бана, это как бы бан. Да ты. На арбалет, на арбалет пошел Эвил, очень дамажный. Ну так и сейчас в порядке, просто вроде бы не играл со второго, вроде бы. И он даже типа зашел, и там дисквалифицированный ранг был. Центр. Ну это может он что-нибудь какую-нибудь хуйню пиздел. Что он съест там, блядь, мать хумама. Поэтому он не снял. Ну все, Афер если разошелся, то это пиздец. Арбалет дамажный на этот прыгнет по-любому.
единственный человек, с кем общается Тиран, блядь. Точнее, не общается, но как бы и пиздит, и пишет в чат, это Хома. Ну и ладно. Не, просто. Забавно. Хумам его мэйт. Там Миша, если ты не знал. Бывает, бывает. Они играли раньше в паре. Кстати, голосовуха причем. То есть Тиран, он фу, нормально дает. А Афер, видишь? Нет. Зачем? Ну, да не зачем, просто не дает все. Ну, потому что есть какой-то процент. ТП-1. Когда инфа все равно нужна. Понимаешь, и как бы класть на это хуй бессмысленно. Ну ладно. Ну ты играешь, грубо говоря, серьезную кавку. И вот за счет того, что ты кладешь хуй на какую-то ключевую инфу, которая может быть за игру случится там раз 5. Это как раз таки и повлияет на твой проигрыш. То есть это неразумно. А Хумам раньше вообще нормально играл. То есть он был в скилловом клане и такой он был. То есть он был как сейчас Тиран. Даже может получше. Так что играет он умеет. Один Арквольд стоит, блядь. Побежал на качалку. Но он положил на игру и правильно сделал. Но не, он не положил, он просто переквалифицировался в админ и разработчик. Что он сделал? Он съехал с самой игры в плане вот играть и увлекся с серваком там такой. Шоу, кстати, это Шхумам у них раньше был. Да. Ты знал это? Нет. Это не Хумам. Ну то есть Хумама раньше не было. Был чел, у него был ник Шога. А потом Хумам стал Хумамом. Понятно. А пред еще не зашел. Не вижу его. Центр дамаженный! Он типа зашел, но вышел. Я преда не вижу почему-то. Не-не-не, его нету здесь. Он есть уже. Ты че? Это подсетка один. А что нету? Это у тебя что-то спак. Ну, короче, блядь. Как я тебе говорил, Фейл опять лукавит. Точнее, не опять, а как всегда. Я пока. Но тем не менее, игра с высоким пингом очень тяжело. Ну, тяжело, так не... Почему все опять не на Москве-то сидят? Кайф. Потому а там пинг поднялся, поэтому сюда... Там, кстати, пинг 16 опять. Да. Чё, опять его Дудосик или что? Да. РПГ, выйди, забери, РПГ. Не, это не Дудосик или сервак, это атакует фаервол сервака. А почему такая проблема, блин, именно в Москве? Да, вот тоже интересно. Она не в Москве была, все серваки пинг поднялся. Просто он быстро исчез. Но почему все на Москве-то никто не играет? Просто чел его убил, грубо говоря, для нас бесплатно, да? А мы на него хоть задать. Он так его отключит просто.
Не, он ничего не купил. Этот сервер будет как замена. То есть, если мы сейчас поиграем, скажем, то, что сервак нормальный, он убьет Швецию. Ну, так надо перекатываться на него тогда. Но мы на него перекатились просто сейчас из-за пинга сюда пришли. Но. На центре, что ли, играет? Да. СНТ. Да. Что за момент? Не знаю, братьев своих. Да блин, это тупая настройка приватности в Steam, сейчас все ставят ее, непонятно, блядь, кто играет, кто не играет. Нет, центр же видно, что центр. Да по нику можно понять. Кстати, у меня вот я. Ну и похуй. Это вторая карта у них? Да. Первая или вторая? А, вторая. Первая вас вилш. Эйвл проиграли. Я вам пока. Да, я забыл что-то. Чё за левый шкапинок пришёл? Банец. Один. Не знал, как пишется. Да все он исправил, что-то прислал к пацану. Это он все неправильно писал. Пиздец, ебан. Ну, бывает. Разрыв 20 градусов. Почему-то нет. Я. Ладно, пойду к ним в мамбл наломлюсь. Давай. Yeah.
что случилось? Не отходил. Да не, ничего. Не, ничего. Разрыв побольше. Угу. Надо бобов менять на шогу. Уже поздно. Потому что лучше Вуди будут в пикапе, а Тиран нормально играться. Чем сейчас играют Вуди с Барбозой, а Тиран, блядь, на ошибке. Кто с микро? Красный с микро, а синий. Сидят в этом. В самом чате. Двух братьев одним выстрелом. А на био, когда свою игру находишь, продолжать легко. Они сейчас посмотрят, что просто держат то, что держат, собственно. По одному. Выносим все. Ну, не совсем. Такими челами, знаешь, тут скорость решает, реакция. Ну и тактика. Красный просто все втроем бил нормально. Red team wins the match.